Привет, друзья! Возникла потребность на приусадебном участке сделать душ. Посмотрел, корыто очень дорого стоит, поддоны под душ. Решил сделать из подручных материалов. Есть фанера, немножко досок, брусочков и полиэтиленовая пленка. Вперед! Основание вчистую хочу сделать 1,20 на 1,20 м. Плюс еще отбортовка. Возьму, наверное, 1,25 м на 1,25 м. Прямоугольный 1,25 м на 1,25 м, слишком большой угол. Он будет угловой, поэтому слишком большой угол, торчащий в помещении. Наверное, надо как-то вот так прикинуть и обрезать. Делать здесь три грани. Ну, наверное, 1,45 м на 1,45 м вот эти диагонали будут. Попробуем. Режем! Собрал вот материальчик, досочки 25 и вот наша отрезанная фанерка. И сейчас так планирую накроить заготовки и сделать вот типа такой песочницы. Вот, получились детали нашей песочницы. Вот эти штуки будет понятно после сборки. Собираем. Наши волшебные брусочки вот таким вот образом. Ну вот, получилась вот такая вот песочница. Эти штуки нужны для того, чтобы здесь сделать полочки или маленькие сидушки. А теперь рекламная пауза, потому как пришло время обеда. Вот такие лавочки получаются. Ну или полочка там, как пожелаете, для мыла или присесть. Настоящая песочница. Хотя, в принципе, я ее думал как душ, поддон для душа. Ну, сейчас будем оформлять полиэтиленовой пленкой для герметизации.